Подольского реаниматолога-насильника не раз заставали в больнице пьяным. Об этом говорят коллеги подозреваемого. 46-летний Зио Дулло работал в клинике номер 2 с весны прошлого года. По данным следствия, в ночь на 5 января он воспользовался беспомощностью 43-летней женщины, которая находилась в реанимации. У больной были тяжелые ожоги. В момент нападения врача она была без сознания и не могла дать отпор. Уже уволенный медик задержан. В ближайшее время решится вопрос о его аресте.